Мадава Кунджабихари. Кунджабихари Джая Рада Мадава Кунджабихари. Jaya Radha Madhava Kunjali Hari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girvaradha. Jai Gopi Jana Vallabha Girvaradhari. Yashoda Nandana Vajajana Rajana. Yashoda Nandana Vrajajana Rajana. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunjali Hari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girvaradhari. Yashoda Nandana Vrajajana Rajana. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunjabihari. Jaya Radha Madhava Kunjabihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girvaradhari. Yashoda Nandana Vrajajana Rajana. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunjabihari. Jaya Radha Madhava Kunjabihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girvaradhari.
Намунатиравачари. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Шри Гаура Нитай Ки, Шри Панча Тату Ки, Гаура Прамананда. Харе Кришна, дорогие преданные, рад вас видеть утром. Мы продолжаем изучать Шримад Бхагаватам. Сегодня у нас будет продолжаться беседа Нарада Муни с Вьясадевой. Текст сегодня 34. Глава 6. Называется «Беседа Нарада с Вьясадевой». И песня 1. Прочитаем стих, его перевод, комментарий. И пообсуждаем. Этадхатура читана, матрас пашечка я мухух, матрас пашечка я мухух. Этадхатура читана, тура читана, матрас пашечка я мухух. Чечка я муху, Бава синду поводрито, синду поводрито, Харичаряну варнанам, Харичаряну наванам, Бхаво синду поводрито, Осинду поводрито, Харичаряну варнанам, Чинуну наванам. Почитать кто-то может? Этхана нам. Матрас прошечка я муху. Матрас прошечка я муху. Савасинду паводришта. Савасинду паводришта. Харичарьяну варнанам. Харичарьяну варнанам. Этадхатура читана. Матрас спаршича я муху.
матрас прачечка ямуху. Бава синду плаводришто. Бава синду плаводришто. Ричарьяну варнанам. Ричарьяну варнанам. Пословный перевод. Этат. Это. Хи. Определенно. Атура чатанам. Тех, чьи умы всегда полны тревог и забот. Полный тревог и забот. Матра. Объект, доставляющий наслаждение чувством. Спарша. Чувство. Ичхая. Желание. Мухух. Всегда. Бавасинду. Океан неведения. Плавага. Судно. Триштага. Испытано. Харичарья. Действие хари. Личности Бога. Анварнанам. Постоянное повторение. На собственном опыте я убедился, что те, кто не знает покоя из-за желания соединить чувства с их объектами, могут пересечь океан невежества на самом подходящем для этого судне, которым является постоянное воспевание трансцендентных деяний Личности Бога. Комментарий о божественной милости Бхактивиданта Шрилы Прабхупады. Живое существо отличается тем, что не может хранить молчание даже в течение короткого времени. Оно всегда должно что-то делать, о чем-нибудь думать или о чем-нибудь говорить. Материалисты, как правило, думают и говорят только о том, что доставляет удовольствие их чувствам. Но поскольку все это совершается под влиянием внешней иллюзорной энергии, такая чувственная деятельность на самом деле не приносит им никакого удовлетворения. Наоборот, их жизнь полна забот и тревог. Это и есть майя, то, чего нет. То, что не способно принести удовлетворение, принимается за объект, приносящий удовлетворение. Поэтому Шри Нарада Муни, опираясь на собственный опыт, говорит, что к таким разочаровавшимся живым существам, стремящимся удовлетворить свои чувства, удовлетворение приходит только тогда, когда они начинают постоянно воспевать деяния Господа. Имеется в виду, что достаточно просто изменить содержание деятельности живого существа. Никто не в силах остановить умственную деятельность живого существа, заставить его перестать ощущать, желать или действовать. Но если человек хочет обрести истинное счастье, он должен всегда лишь изменить содержание этой деятельности. Вместо того, чтобы рассуждать о политической деятельности какого-нибудь смертного человека, можно обсуждать политическую деятельность самого Господа. Вместо того, чтобы упиваться игрой киноактеров, можно направить свое внимание на деяния Господа и таких его вечных спутников, как Гопи, Лакшми, всемогущая личность Бога. По своей беспричинной милости нисходит на землю и действует почти как земной человек. Но в то же время все его поступки необычайны, поскольку он всемогущ. Господь поступает так, на благо всех обусловленных душ, чтобы они могли направить свое внимание на трансцендентное. Так обусловленная душа постепенно возвысится до трансцендентного уровня и без труда пересечет океан невежества, источник всех бед. Это подтверждает личный опыт такого авторитета, как Шри Нарада Муни. И мы сможем убедиться в этом сами, если последуем примеру этого великого мудреца, возлюбленного преданного Господа. Ом магьяна тимирандасья, гьянанджана шалакая, чакшурун милитам яна, тасмай шри гурве намаха, шри читания манобиштам, стапитам яна бутале, своям рупа кадамахьям, дадати сва падантикам, вайча калпата рупьяча, крипа синдубья ивача, патитанам паванибьо, вайшнавьёбьё наманамаха, джайши кришна чайтанья, прабу нитьянанда шри.
Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, 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 Харе Хари. Харе Рама, 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 Харе Хари. Харе Кришна, 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 Харе Хари. Харе Рама, 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 Харе Хари. Харе Кришна, 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 Харе Хари. Харе Рама, 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 Харе Хари. Шрила Прабхупада ки джай. Мы продолжаем этот текст, очень важный шестой текст, это беседа Нарады с Вьясадевой. Здесь, указывается в предыдущих стихах, что когда Господь покинул, не покинул, а умолк. Вот в предыдущем стихе пишется: «Затем Верховный Владыка, воплощенный в звуки и невидимый на глаз, но самый удивительный, умолк». То есть как только Господь умолк, когда Нарада Муни, после того, когда ему явилась эта личность, Верховная Личность Бога, он пал в экстаз, увидев его. Вот. Так происходит всегда с преданным. Когда преданный уже чист, готов, и видя Господа, трансцендентную эту форму, он просто впадает в экстаз. Потому что ум сразу погружается в трансцендентное сияние Бога. Он погружается в это свою изначальную природу и входит в вот это блаженство Чит-Сат-Ананда. Это вечное блаженство. И он упал в экстаз, и потом какой-то момент он очнулся, но Господа уже не увидел. Господа не увидел, и он впал в такое уныние. Все, в чем был смысл его жизни, он потерял, исчез, Господь исчез. Вот. И ныне прошло быстро, потому что он тут же погрузился опять, он сосредоточил свой разум, ум на Кришну. И сосредоточив на Господа свой ум, разум, он быстро погрузился в это состояние. И Господь, видя уже усилия, смотрите, такой момент, что мы не должны оставлять наше преданное служение в тот момент, когда почувствовал какую-то слабость, или как говорит Кришанта Прабу, это ученик Прабхупада, когда Кришна сходит с языка с нашего. В какой-то момент он, может отдалиться, но он отдаляется всего лишь для того, чтобы усилить наше стремление к нему. Потому что наше стремление дает нам освобождение от наших материальных чувств. И вот это очень важный момент. То есть, желая, стремясь к Господу, у нас отпадают вот эти материальные желания. Только таким образом мы избавляемся, через стремление к Господу. И Господь дает нам это, но мы еще незрелые такие. Ушел Господь, наслаждения нету, что-то у меня плохо, мантра плохо, все. И человек впадает в уныние, ходит, в какой-то момент может даже пропасть. Мы должны смотреть на наших ачарьи. Что делает Нарада Муни? Он тут же погружается весь ум, разум, погружает самого Господа. И Господь является ему, является в виде звука. Является в виде звука и говорит ему, что Нарада Муни, я больше к тебе не приду в этом теле. Ты больше меня не увидишь в этом теле. Потому что, чтобы достичь меня, увидеть меня, твое преданное служение должно быть совершенно. И Нарада Муни делает вывод совершенно, что нужно еще совершенствовать свое преданное служение. Вот. И он после того, как Господь умолк, он погружается полностью в святое имя, его деяния, самого Господа, и путешествует по всему миру, но на языке у него Господь. На языке у него всегда эта мантра, всегда вот эта вибрация, всегда величие Господа. И путешествие везде постепенно путешествует, в конце концов, когда пришло время, он полностью погрузился в размышления о Кришне и встретил свою смерть. Встретил свою смерть, он как подобно молнии. Подобно молнии, которая всегда
всегда сопровождает свет. То есть это такой миг был, раз, вот, и он получил трансцендентное тело. То есть погрузившись полностью, вот, оставил все свои материальные желания, вот, сосредоточив все, вот, такой преданный, он встречает смерть, как молния, молния, раз, и на самом деле ничего не происходит, но он получает трансцендентное тело, потому что он полностью одухотворил свое тело. И дальше пишется, что одаренный трансцендентным телом личности Бога, я освободился от тела, состоящего из материальных элементов. Таким образом, он получил это духовное тело. И когда он получил духовное тело, он стал путешествовать уже по всем мирам, по трансцендентным мирам, по трех материальным мирам. Он путешествовал и проповедовал святое имя. Он был полностью погружен в святом имени. И путешествие он всегда проходил в нужный момент каждому преданному, каждому человеку, который стоит на перепути. И давал ему такой толчок. Вот. И здесь он рассказывает Вьясадеве, что я вот столько путешествую, и, вот, и с языка с моего не сходит уже Кришна. Как только я вспомню о нем, я вижу трансцендентное сияние, и я весь в экстазе. Вот. И он дает ему уже наставление, и здесь в этом стихе он говорит, что на собственном опыте я убедился, что те, кто не знает покоя из-за желания соединить чувства с их объектами, могут пересечь океан невежества на самом подходящем для этого судне, которое является постоянное воспевание трансцендентных деяний личности Бога. На собственном опыте, то есть он передает уже свой опыт, это как ачарья. Ачарья – это тот, кто передает свой опыт. Это не просто он говорит одно, а делает другое. Нет, ачарья – это тот, кто пережил сам, который сам живет этой жизнью. И тогда передает он свой накопленный опыт. И тогда мы этому человеку верим, этой личности верим. Потому что это идет искренне. И наша душа, наше сознание, его трудно обмануть. Вот, она чувствует на тонком уровне вот эту правоту. И гуру-учителей, почему мы их так воспринимаем, гуру-учителей? Потому что они прошли этот опыт. Они нам передают уже то, что работает. Вот. Они ведут нас по своему пути. И здесь в этом стихе пишется, на собственном опыте я убедился, что те, кто не знает покоя из-за желания соединить чувства с объектами, вот. И здесь мы немножко остановимся и поговорим о тех, кто не знает покоя из-за желания соединить чувства с их объектами. О тех. Не о нас, о тех, да? Вот мы немножко порассуждаем про них. Вот. Что ж это, кто ж это такие, да? Вот. Кто не может, то есть не находит покоя, почему? Потому что их чувства их чувства настолько возбуждены, взбудоражены вожделением, что их влечет вот эти материальные объекты, где они хотят получить это, вот эту вот ананду, счастье. Но это изменчивое сознание, изменчивое понимание. Потому что каждое живое существо хочет получить эту ананду. Но так, как он отождествил себя с телом, и чувства, они материальные, и влечутся к материальным объектам, он пытается это сделать, потому что эта потенция есть, тенденция к этому, получить через чувства, но он натыкается на эти материальные объекты, и его спектр ограничивается. Он не может выйти за пределы материального. Поэтому он спотыкается, а каждый раз, удовлетворяя свое какое-то одно желание, желание раздувает огонь этого вожделения. Ему хочется больше, больше, и уже сдержаться не может. Он не видит уже покоя, нет покоя, у этого живого существа нет покоя, потому что это сильное желание, желание вожделения. И вообще люди держатся на две категории. Одни люди реактивные, другие проактивные. Реактивные люди, это тип людей, они движимы чувствами. Их эмоциональная жизнь, она очень зависима от внешних обстоятельств.
от факторов физических, социальных, психологических факторов. Они управляют этим живым существом, внешние обстоятельства. И вот эти чувства, они постоянно перекидываются одного на другого и изматывают этого живого существа, потому что он движим этими чувствами. И другой тип людей – это проактивные. Проактивные люди – это те, кто движимы ценностями. На них тоже действуют эти факторы, как физические, как социальные, как психологические. Но их реакция, их выбор основана на ценностях. То есть он смотрит ценности, а ведет ли это меня к Кришне? А что это мне дает? А связывает ли это меня с Кришне? А дает мне эту реализацию? Да? Вот. И преданный делает отбор уже. Если это не связано с Кришной, это ведет к Кришне, он просто это отсекает, он уходит, он от этого уходит. То есть он входит в это состояние шаранагати. Шаранагати – это умонастроение. Вот. 6 таких умонастроений. 2 из них, первых, это когда преданный принимает то, что ведет его к Кришне, то, что связано с Кришном, он это принимает, потому что душа этого желает уже. И то, что это не ведет к Кришне, он просто это избегает. Он избегает, он чувствует, что это пусто, это куда-то его уводит совершенно в другую сторону. Он пытается избегать. Вот. Это уже люди, основанные на ценности. Но так как сейчас очень много людей, они на самом деле движимы вот этими чувствами. Хотя движимы чувствами живые существа – это в основном животные. Животные, они движимы чувствами. Они находятся в гуне невежества и движимы чувствами животные. Да? Животное, смотрите, гладишь животное, он мяу-мяу, потом раз его за лапу, она хватит тебе и все. То есть дикая, да? Или собаку, ты берешь палкой собаку, дразнишь палкой, да? Замечали? Потом палку бросаешь, и она палку грызет. Источник, она не видит источника, она не понимает. Это уровень животного. И есть похожая аналогия людей. Они не видят причину. Они борются не с причиной самой, а борются с тем, чего нету, с этой палкой какой-то. И не может ничего сделать, потому что источник не там совершенно. Это как раз люди, которые уже отделяются категории реактивных, которые реагируют на эти чувства, реагируют на эту палку, они борются с этой палкой, не понимая, откуда исходит это все. Вот. И таких людей становится все больше и больше, им тяжелее и тяжелее, потому что чем больше эти чувства реагируют, тем больше в них просыпается вот это вожделение. Потому что вожделение, оно приняло убежище. Вожделение, убежище вожделения – это, как мы знаем уже, чувства, ум и разум. И выбить оттуда вожделение очень сложно, очень сложно. До тех пор, пока человек находится в гуне невежества. Находясь в гуне невежества, это гуне страсти, тамагуне, раджагуне, очень трудно преданному оценить даже свое состояние, что он делает, где он находится, потому что ему управляют эти гуны, он себе не принадлежит. И его тело реагирует, его тело, его гуны реагируют, и он на самом деле ничего не может делать. Душа спит, его сознание спит. Реагирует его тело с этими гунами, и что-то происходит, он только весь в возбуждении и на самом деле погружается в эту гуну дальше невежества, потому что, встречая вот эти объекты, которые его раздражают, вожделение, которое никогда не можно, нельзя погасить это вожделение, потому что через эти удовлетворения чувств это только еще больше разгорается. Вот. Очень хорошо об этом сказал Вишванат Чакравати Тхакур. Он пояснил этот момент. Он поясняет так, что гуны, вот эти гуны, тамагуна и раджагуна, они являются причиной серьезных препятствий, из-за которых врата трансцендентные остаются наглухо закрытым. 5 вот этих серьезных причин, которые не пускают
человека преданного на этот уровень, трансцендентный уровень. И эти вот причины, они появляются из тамагуна, раджагуна. Они появляются тогда, когда мы движим этими чувствами. Нам невозможно понять это трансцендентное. И очень много, часто преданные могут ходить и долго, очень сложно им пройти это, потому что вот эти чувства, они не развиваются, потому что развиваются чувства, вот эти чувства, низменные чувства, которые тяготеют еще больше и больше, им надо удовлетворения больше. И он описывает, Вишванатха Чакравати Тхакур, он описывает эти пять препятствий, которые мы тоже должны знать. Это пять препятствий. Какие они препятствия? Это лая, викшепа, апратипати, кашая и расасвада. Вот, пять препятствий. Лая, это переводится, лая – это вообще тогда, когда мы можем на себе это посмотреть, вот, действуют ли на нас эти гуны, да, вот, есть ли у нас эти признаки, которые описывают Вишванатха Чакравати Тхакур. Вот, лая – это тогда, когда мы сидим на лекции или что-то делаем, да, и засыпаем. То есть гуна, тамас берет свое. Вместо того, чтобы погрузиться в эти трансцендентное состояние, да, а человек его выключает сознание, потому что ум не получает удовлетворения. Ум не получает удовлетворения, выключает, он спит, вырубается, все. Когда? А когда начнется какая-нибудь история веселенькая, да, для ума, пускай это будет даже в Шримад-Бхагаватам, ну, веселенькая такая история, какой-нибудь рассказ, что-нибудь, где можно оживиться. Вот он просыпается что-то на минуту, потом пошло опять какая-то философия, он погружается опять, джж, и отключает опять. Вот. Это вот бывает тогда, когда люди вот спят на лекциях, иногда даже замечаешь, человек приходит, устраивается, получше, раз, так лекция начинается, он уже раз. Это уже привычка такая вот уже, тамагуна. И вот надо себя контролировать, надо уловить вкус, уловить вот это вот, когда лектор, когда идет, скажем, обсуждение Васудева Катхи, надо поймать вот внутренним состоянием, что тебя это будоражит, начинаешь, и ты полностью погружаешь в это, и сон, все уходит. Потому что ты входишь в это состояние, и тут заснуть невозможно. Тут сознание, наоборот, пробуждается. Это первое препятствие. Следующее препятствие – это викшепа. Викшепа – это тогда, когда преданные читают джапу, начинают разговаривать, там, отвлекаться, что-то, не сосредоточиться на преданном служении. Это часто бывает тоже. Читают джапу, потом раз, ну как дела, ну куда, что, как, там, я там то-то, опять начинаю читать. Вот. Потом читает, потом чувствует, уже подошло это, да, что надо с кем-то поговорить. Никого нет, он смотрит, где-то вдалеке сидит человек, его тянет куда-то, подошел, надо, не надо, он что-то у него спрашивает, ага, разрядился, опять может дальше читать. То есть это уже потребность такая, викшепа. То есть сосредоточиться никак, ему нужно вот так вот, какую-то вот такую разминку, что ли, то есть смена чувств, да, как он только подпитал эти чувства немножко, те, которые ум, да, ум не может долго сосредоточиться, ему нужно вот это, он раз, пустые разговоры, что-то, немножко так отвлекся, о, передышка, дальше можно преданным служением. Это тоже вот такая помеха. Вот. И следующее апратипатия. Апратипатия – это тогда, когда преданно наступает апатия, бывает тоже такая апатия к духовной практике, полностью апатия, нет энтузиазма. Тоже встречаешь иногда человека, говорит, ну нету энтузиазма, говорит, вот духовность, он понимает, что это все хорошо, что надо заниматься, надо садхану придерживаться, но нету вот этой энергии, нету силы, нету энтузиазма, вот, и такой момент наступает часто, и мы здесь должны подсказать, что где он может взять энтузиазм, когда преданный в таком находится состоянии, энтузиазм нужно взять там, где оно есть. У кого это энтузиазм? У преданных. У преданных, которые уже стоят твердо, нишка, твердо на этом пути,
которые уже проповедуют, да, почему не проповедуют? Потому что Кришна их уполномачивает, и он дает вот эту шакти, вот эту энергию, которую они могут уже передать этим. И людям не надо отходить, как только у него наступает такое состояние, он должен держаться преданных. Он должен опять звонить преданным, приходить на Шримад Бхагаватам, приходить на лекции, на программы. И мало того, что приходить, ему нужно пообщаться. Ему нужно пообщаться с этим преданным. Ты должен подойти, задать вопросы, что-то поговорить. И даже поговорив 5-10 минут, все улетучивается. Ты опять пробуждаешься и думаешь, что ж я раньше-то не подошел? Почему? То есть он понимает, поэтому и говорится в шастрах, что мы должны держаться преданных. И Шрила Прабхупада говорит, мы никогда не должны покидать общество преданных. Потому что общество на преданных – это как большой огонь, мы как маленькие искры, да, такие мелкие искры. Мы можем тогда поддерживать свое качество, только тогда, когда свою природу, когда мы находимся в том вот атмосфере этой, где личности, которые уже утвердились, наши учителя, гуру, которые идут за своими учителями. И тогда мы все вместе имеем огромную силу. И даже отделившись куда-то, преданный, когда он уезжает куда-то, проповедует или еще где-то там, он обязательно возвращается. Нет таких проповедников, ушел и пропал. Потому что его могут подосить, подавить вот этот мир, вот сырой весь, он может его подавить. Поэтому возвращаются, все возвращаются в общество преданных. Вот здесь они получают вот эту энергетику, получают общую вот эту силу, и они опять готовы двигаться, проповедовать. Вот. И здесь очень важный момент, как я говорил, это обязательно общаться с преданными. Пускай это даже может быть не совсем возвышенный преданный, но Кришна так сделает, что через преданных мы получим то, что мы ищем. Вот. Поэтому общаемся с преданными. Следующее препятствие, которое нас тоже останавливает, держит, это кашая. Кашая – это тогда, когда у нас пробуждаются наши чувства, материальные чувства берут вверх. Все вроде мы подавили, погасили, но какой-то момент они всплывают, эти чувства, и появляется какая-то, как чувство наше пробуждается, мы становимся на платформу ума, у нас сразу просыпается вот эта гордыня, ложное эго. Появляется некая гневливость, жадность, проявление кашая – это гневливость, жадность и пробуждение ложного эго. Как только мы встаем на эту платформу, нам сразу хочется критиковать, мы сразу видим недостатки какие-то чужие, другие. Почему? Это работает ложное эго. Ложное эго – я и мое, я выше. А как стать выше ложному эго? Надо опустить, правильно, кого-то опустить. Вот этого опустил, этого опустил, так, кто еще остался? Ага, вот это, сейчас я найду, так. Он не так ходит, не так сидит, так, видите, вот. А я сижу так, значит, я выше. То есть это вот такие критерии ума. И как он только встает на этот порог, это сразу оскорбление, особенно если это относится к вайшнаву. Оскорбление вайшнава – это самое тяжелое, это аппаратки, это тяжелые, которые очень трудно прощаются. Это только можно получить прощение через самих этих преданных. Очень сложно. Кришна говорит, тот, кто совершает аппаратку, Кришна с ним не общается ни в этой жизни, ни в следующей жизни. Очень трудно потом снять себе эту аппаратку. Поэтому никогда не совершайте вот эти вот вещи по отношению к вайшнаву. Всегда улыбайтесь вайшнаву. Всегда будьте такими добродушными к вайшнавам. Мы не знаем его, не судите его по внешней форме. Внешняя форма может быть любая, мы не знаем, что там внутри. Поэтому стараться надо увидеть внутри преданного. Смотреть его на него как преданного. И вы увидите преданного. Потому что вы станете на платформу, на духовную платформу, будете постепенно становиться и видеть преданных. И следующее препятствие – это раса-свада. Раса, вкус, свада, вкус к материальному. И здесь, да, пропадает, нет желания заниматься духовной практикой. Почему? Потому что сохраняется вкус к материальному.
И постепенно человек, значит, нарушает какие-то принципы, может, там, его все тянет туда. Нарушает, не нарушает, но вкус вот этот сохраняется, и он думает об этом. Думает об этом. Вот. А раз он думает, он уже погружается в вот низшие вот эти гуны. Вот. И здесь каким, что здесь нужно сделать? Здесь нужно перекидывать свои чувства, перекидывать на высшие объекты. Вот. Высшие объекты, и вкус, он придет вкус. Вот. Ну, на это нужно только время. Вот. И здесь очень хорошо, опять же, сказано в «Нектаре наставлений». Здесь говорится как раз в первом стихе, очень хорошо сказано в «Нектаре наставлений», что уравновешенный человек, который способен контролировать речь, ум, контролировать гнев, сдерживать побуждение нашего, укрощать побуждение желудка, языка, гениталии. Этот человек способен набирать учеников по всему миру. То есть опять мы начинаем все с того, что очень важно научиться контролировать эти чувства. Контролировать – это один из методов, да, мы потом разберем вот это вот, то, что говорится, но один из методов, когда мы двигаемся через садхану, да, мы контролируем свои чувства, и первое, что это, нужно научиться контролировать речь. Шрила Прабхупада здесь же в «Нектаре наставлений», в первом тексте, он делает комментарии свои, он говорит, что вот эта болтовня, никчемная болтовня, которая не приводит к Кришне, пустые разговоры, это равносильно кваканье лягушки. Лягушка, когда квакает, она привлекает смерть. То есть, когда начинает квакать лягушка, змея слышит, вот, она не видит, она слышит, и она идет на кваканье лягушки, и в конце концов проглатывает эту лягушку. То есть кваканье лягушки – это равносильно притягивание смерти. Поэтому этот пустой разговор – это смерть, духовная смерть. Человек деградирует в этом плане. То есть, болтая ни о чем, он потихонечку умирает, как вот духовная личность. Вот. Приближает свою смерть таким образом. Поэтому мы тоже здесь очень важно посвящать свою речь и контролировать ее речь. Мы должны разговаривать только о каких-то делах, о каких-то вещах, которые без них не обойтись. А вот это раскрывать душу и говорить, где можно долго, это все, что связано с играми Кришны, это о Кришне что-то говорить, это без конца можно. Вот. Я, например, могу о Кришне говорить сколько угодно, но говорить о каких-то пустых разговорах, извините, 5-10 минут меня уже утомляет. Меня уже утомляет, и я начинаю вставать. Это, знаете, как вот человеку, который от Бога далек, вот, ты ему начинаешь что-нибудь про Бога говорить, и он ерзает, что-то дергает. Он говорит, ты сядь, я тебе такие вещи говорю. Посиди немного, сосредоточься. А он не может, у него ум туда-сюда, он встанет, то ему, да, ну сядь, ну сделай все дела, посиди немножко. Он сядет, опять только говоришь, он опять встает, что-то ему. Он не может его, почему? Потому что ум его уводит. Так и преданного уводит ум, он не может сидеть. Говорят, потом встаешь, ты уже что-то тебе надо делать, что-то, потому что не тем занимаешься, ты уже не можешь этим долго заниматься. Это уже правильная тенденция, мы не должны погружаться, мы не должны вот это общение с материалистами, мы должны избегать их. А пустые разговоры, да, мы по делам что-то говорим, что нужно, но не больше. И стараемся общаться лучше с преданными. Поэтому нужно дружить с преданными, общаться, в гости приглашать, ходить в гости, дарить подарки, принимать подарки, вот, угощать просадом, принимать просад. Это 6 качеств, которые нам помогают нам двигаться. И вот эти наши отношения среди вайшнавов налаживаются. Да, и вот мы правильно это отношение. Вот. Следующее, когда мы говорим речь, ум, да, как контроль ума. Контроль ума тоже, когда мы начинаем свой ум погружать в сознание Кришны,
погружать в преданное служение, мы погружаем. Погружаем, и эти чувства начинают потихонечку у нас получать вот этот вот трансцендентный вкус, вот понемножку, они пробуждаются, эти чувства. Вот. И ум мы потихонечку перебрасываем, да, с низших вот этих чувств на высшие чувства, на трансцендентные чувства, потихонечку. Очень важно, чтобы ум втянуть в это, ум втянуть, когда ум втянется, вот, тогда вам намного будет легче управлять чувствами. Вот. И ум мы погружаем, преданное служение, вот, погружаем, слушаем, читаем, воспеваем. Вот. И постепенно любой ум он постепенно очищается. Потому что на самом деле природа ума, это у него он однороден, ум. Однороден. И природа ума – это преданное служение. Ум находится в благости. На самом деле, изначально ум находится в благости. И его природа – это полностью погружение в Кришну, медитация. Это природа ума, полностью погружение в медитацию. И мы должны вернуть его природу. Разум поначалу нам помощник, вроде бы, да? Мы разумом пытаемся что делать? Ум контролировать. Но разум находится в гуне страсти. То есть ум намного выше разума. Но на данный момент ум у нас находится что? На побегушках у чувств. Он выполняет все указания, все желания этих чувств. Он ищет. Ага, приятно, принимаю, неприятно. Он увелит. Мало того, что увелит, он подчиняет разум. Разум подчиняет. И разум начинает что делать? Искать вот эти извороты, да? Он так легко оправдывает все это, что мы верим и убеждаем других. Мясо кушать? Мясо кушать. Медицина говорит, там как белок, там витамин 12, там начинаем что-то, да? Все четко, все убедили, и других убедить может разум. Почему? Потому что ум сильнее разума. Ум ему сказал. Ум ему сказал, и разум будет подчиняться. Потому что у нас разум может быть материальный разум и духовный разум. Материальный разум, он работает на удовлетворение чувств нашего тела. А духовный разум, он работает на удовлетворение Кришны, духовный разум. Когда наш разум становится духовный, ум полностью погружен в медитацию, и разум тогда начинает анализировать, какой-то момент еще анализирует, что нужно, что не нужно, что связано, не связано. Потом разум он вообще не нужен. Потому что ум погружает все. Все чувства, все тело, все погружает. И ум настолько силен, что никто ему не может препятствовать. Поэтому у нас борьба за ум. Надо ум сделать другом. Так говорит Бхагавад-гита, что ум может быть у нас и друг, и враг. Враг, когда он на побуждение чувств, чувство им управляет. И ум могущественный, он ломает все. Вот. Но если мы его сделаем другом, тогда все будет по-другому. Тогда ум будет наш самый лучший друг. И мы все можем отбросить, потому что ум, он силен. И его тенденция погружаться как раз в преданное служение. Дальше следующее, что у нас гнев, который мы, в общем-то, должны контролировать. Вот контроль гнева. Контроль гнева, его гнев очень трудно контролировать, потому что откуда гнев появляется? Гнев появляется из нашего вожделения. Правильно? Есть очень хороший стих вот, из Бхагавад-гиты. Это во второй главе. Там Кришна говорит, что созерцая объекты чувств, да, мы привязываемся к ним. Из привязанности появляется наше, рождается вожделение. Из привязанности к чувствам. То есть созерцая объекты какие-то, привязанность, потом рождается это вожделение. Вот. Вожделение что? Порождает уже наш гнев. Почему? Потому что вожделение невозможно удовлетворить.
А если вожделение удовлетворено, получается вот этот гнев, пробуждается этот гнев. И гнев моментально затмевает нашу, что? Вводит в заблуждение. Вводит в заблуждение, а заблуждение затмевает память. А память – это разум. Память – это разум. Это... Поэтому мы теряем разум и опускаемся до дна материального существования. Таким образом, человек неадекватен. И гнев – это признак слабости. Когда человек гневается, слабость, он теряет свой разум, он переходит на инстинкты, животные инстинкты, и человек уже не управляем. Поэтому люди гневливые, они могут совершать очень много ошибок. Они совершают ошибки, потом жалеют об этом. Почему? Потому что это затмевает разум. Вот. Опять это рождается вожделение, да? Через вожделение, через страсть. Вот. Страсть, наше, вот скажем, вожделение – изначальное чувство. Откуда оно появляется? Все с духовного мира. Вожделение – это некая бхакти. Это бхакти, это начальная природа бхакти, это любовь к Кришне. Но наше вот это вот чувство, это соприкасаясь с материей, с гуной страсти, оно появляется, вот это, пробуждается вот это вожделение. Телесное вожделение, и таким образом оно начинает быстро расти, но уже не к тем объектам. Не тем объектам. Материальным объектам. Что нужно здесь сделать? Сменить объект. Сменить объект на изначальный объект. Сменить на Кришну. Вначале это будет сложно, нужно контролировать, но рано или поздно чувства, ум, они почувствуют свою природу, когда это будет напоминать, постоянно напоминать его природу. Таким образом, восстанавливают людей, которые впадают в состояние амнезии. Человек, который попадает в аварию или ударяется головой, или что-то еще происходит, бывает так, что он теряет свою память. Он не помнит, как его зовут, он не помнит своих родителей, где он живет. Попадает в эту амнезию, часто бывает после вот каких-то аварий. И Прабхупада рассказывает, вот в историю приводит, что для того, чтобы его привести в чувство, врачи что делают? Они помещают этого человека в ту среду, в которой он был до этого. Вот. Они говорят о том, что он до этого говорил. Мало того, они называют имена его родителей, его родственников. Называя эти имена, вот, они могут делать какие-то действия, которые он совершал до этого. Вот, обставляют его обстановку, которая была до этого. И в конечном итоге так происходит, что он начинает вспоминать, да, ему говорят о том, о маме, о брате рассказывают о его родственниках, и к нему возвращается память. То же самое говорит и Прабхупада, и с нашей обусловленной душой. Если мы помещаем ее в эту природу духовную и называем имена твоего отца, отец наш Кришна, мы называем имена наших братьев. Кто наши братья? Дасы, Адидасы. Вот, все эти, вот эти святые имена на слуху, да? Баджаны на слуху, киртаны на слуху, прасад на слуху, божества, служение. Да тут волей-неволей вспомнишь. Хотя у тебя не было и головой не бился, тут волей-неволей вспомнишь, что придешь в это состояние. Нужно время, нужна практика. Поэтому очень важный момент вот это, сама садана. И тогда мы спокойненько уходим от этого гнева. То есть мы, как только мы переходим, меняем объект, вот. И наше вот это вожделение, мы просто, да, оно есть у нас, эта тенденция, есть потенциал этот, но мы его переводим на Кришну. И пускай нарастет еще больше вожделения, да? Как у Нарада Муни. У него желание такое Кришне, что он не мог найти места. Вот, он был, и вот это желание, когда у нас... А Кришна удаляется, он это вот вожделение, грубо говоря, наше, он еще дразнит нас. Он всегда так делает. Гопи от этого, они вроде как страдают, но на самом деле он усиливает любовь к гопи. Он появился, исчез, и гопи с ума сходит. Преданный только вроде
получил что-то такое, он раз опять исчез. Все. Для чего он исчез? Чтобы больше пробудить у него вот это бхакти. Вот. И таким образом гнев потихонечку, он исчезает, гнев. Гнев исчезает, потому что чувство переходит на высшие объекты. Дальше мы говорим контроль языка, желудка, гениталии. Язык, желудок, гениталии. Это очень, как раз они находятся все, да, на одной линии. Язык, желудок, гениталии. Вот. Очень важный момент – это контроль языка. Описывается так, что если мы научимся контролировать свой язык, контроль остальных органов придет автоматически. Самое важное – начинать надо с языка, язык, контроль языка. Функция языка наша, ну какая функция языка на материальном уровне? Вот. Это вкус, да, он хочет все, он развращается таким ему сладостью, ему надо то, другой язык. Он, вот это потому что мы говорили, что вожделение находится в чувствах, во всех чувствах. И это развращает, если мы не связываем это с Кришной, с прасадом. Смотрите, мы начинаем, если кушать не прасад, язык развращается дальше и дальше и дальше. Но преданные, когда начинают кушать прасад, то вкус появляется уже прасада. И контролируя язык прасадом, через какое-то время, год, два, три, уже не будет преданный кушать то, что не предложено Кришне. Он будет это чувствовать. Он будет только питаться прасадом. Почему? А потому что вкус. Он понял вкус здесь. И второй момент функции языка – это что? Это говорить язык, да? Вот. И опять это вот лишняя болтовня, кваканье лягушки, да? Она только приближает нашу смерть. Но если мы будем говорить о Кришне, это приближает нас к Кришне. Поэтому как только мы научимся контролировать язык, вот, говорить больше о Кришне, рассуждать, Кришна-катха, петь киртаны, воспевать, вот, кушать прасад, уже достаточно. Остальные все наши вот эти вот органы, они переключатся на высшие трансцендентные. Если мы сумеем контролировать вот этот первый, этот язык наш. Желудок придет в контроль, гениталия придет в контроль, потому что сосредоточится на Кришне, прасад. Вот. Это такой процесс, процесс такой саданы. Но здесь еще говорит, что Нарада Муни: «На собственном опыте я убедился, что те, кто не знает покоя из-за желания соединить чувства с их объектами, могут пересечь океан невежества на самом подходящем для этого судне, которым является постоянное воспевание трансцендентное деяние Личности Бога». Он здесь говорит еще проще метод. Полностью погружаясь в трансцендентное деяние Бога, говоря об этом, воспевая вот его хвалу Господа, да, концентрируя на его святом имени, мы можем пересечь этот океан невежества. И здесь подтверждается, здесь же подтверждается Шримад Бхагаватам, подтверждается это во второй главе, 18 текст, где говорится: благодаря регулярному посещению лекции по Бхагаватам и служению чистому преданному, все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью уничтожается. И тогда любовное служение Верховному Господу, воспеваемое в трансцендентных песнях, становится необратимым. Опять здесь указывается, что регулярное посещение Шримад Бхагаватам и служение чистому преданному убирает все, что вызывает тревогу. То есть вот эти анартхи, они убираются в сердце. Как только анартхи убираются в сердце, сердце становится чисто. Как сердце становится чисто, Кришна поселяется в сердце. И когда Кришна поселяется в сердце, тогда этот процесс, уже любовное трансцендентное служение, оно становится необратимым. В следующем стихе здесь описывается, как только
как только в сердце навечно утверждается любовное служение, все последствия влияния гун, страсти, невежества, похоть, желание и страсти покидают сердце. Вот очень важный момент. Как только в сердце утверждается вот это любовное служение, вот эти вот гуны, тама и раджа гуны, невежество и страсти, они покидают наше сердце. Тогда преданный утверждается в благости. Шрила Прабхупада говорил, что преданный, он должен хотя бы выйти на уровень сатвагуны, на уровне благости. И только с этой платформы начнется духовное уже, настоящее духовное служение. Мы не можем служить, нам очень сложно служить даже и преданным служением заниматься, когда мы находимся в гуне невежестве и в раджасе, в страсти. Мы должны выйти, это первое, что мы должны выйти, на сатвагуну. И здесь мы говорим, что это утверждается в благости и обретает полное счастье, ананду. Ананду. Потому что ананда есть только у Кришны. Только Кришна есть ананда. Мы не можем эту ананду взять ни у стен, кто хочет квартиру, дом, машины, железо, стены, кирпичи. Они не содержат эту ананду. Здесь мы придем, только получим разочарование. Ананда есть только, это духовное, ананда есть только у Кришны. И как только мы соединяемся, как только мы приходим на преданное служение, Кришна нам, как очищаем сердце, дает нам Кришна ананда, и все. Преданный человек становится счастливый. Счастливый, он выражает в нем, от него сияет сияние. И есть такая история, которая очень интересная, и она так вот очень хорошо идет к этому стиху. Вот. История эта из Падмы Пураны. Это в свое время Шива рассказывал Парвати, своей супруге, историю, которую он услышал, когда Вишну рассказал своей супруге, Лакшми. Вот. Как-то, значит, Господь Вишну объяснял, что рассказывал историю, что если человек начинает слушать тексты шастр, слушать вот эти Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гиту, то через какое-то время у него появляется качество, и он становится таким, как был Сушарма, как был Брахман Сушарма. И она спросила, а кто такой Брахман Сушарма? Кто это такой? И он рассказал историю про Брахма Сушарма, что Брахма Сушарма – это некий был брахман, который родился в семье брахманов. Вот. Но эта семья, она не занималась преданным служением, она не воспевала, она не делала никакие службы. И поэтому Брахма Сушарма, он даже испытывал какие-то наслаждения тогда, когда видел страдания. Вот. Он не занимался никакими повторением, Господь Вишну говорит, он не повторял мои имена, он не принимал гостей, очень важно, да, принимать гостей. Он не давал обучения, не прославлял меня, а занимался только тем, что пытался заработать каким-то образом деньги, любым образом. Ну, в частности, он собирал листья, продавал их на базаре, с листьев сделали тарелки. Вот. И заработанные деньги он тут же проедал, пропивал. И пропивал. Он пристрастился к вину, к алкоголю, вот. Стал есть мясо. Вот. Ну, чувство, то есть его пошли на полную такую наслаждение, то есть вожделение разгоралось. И он так жил. Все, что зарабатывал, он тут же проедал и пропивал. Вот. Хотя мы знаем, что Брахма, у него есть шесть главных занятий. Это какие занятия? Это изучать веды, да? Первое, изучать веды. Второе, он эти веды изучает, он эти веды что? Он должен давать эти веды, он должен обучать других людей этим ведам. Третье,
Яджина. Яджина – это поклонение, поклонение божествам. Поклонение божествам, проведение всяких обрядов. Вот. Он этим занимается и должен обучать других этим. И следующее, он принимает пожертвования, принимает пожертвования и раздает пожертвования, распределяет это пожертвование, правильно распределяет. Это вот шесть занятий брахмана. Но этот брахман, он просто-напросто шел, собирал листья, ему давали какие-то денежки, он тут же их на удовлетворение чувств. И в какой-то момент, собирая эти листья, его укусила змея. Укусила змея, вот, он тут же потерял это тело, душа, значит, и душа пошла на адские планеты. И здесь он почувствовал, как бы, расплату за свою жизнь. Он проходил эту адские вот эти все планеты, он очень мучился, и в конце концов он получил тело. Пройдя все эти вот адские планеты, он получил тело, но получил тело вала. Тело вала. Почему вала? Жизнь предыдущая была вала. Мы должны подумать об этом и другим это, об этом рассказать. Если мы будем только работать на удовлетворение чувств, то же самое делает вол. Он работает для того, чтобы его покормили, правильно? Это сознание вала. И он получил сознание вот этого тела вала. Мало того, это его купил один такой не очень хороший человек, такой калека, такой злой, озлобленный человек, который свою, так сказать, неудовлетворенность, он всю неудовлетворенность, он, так сказать, вымещал на этом вале. То есть он грузил его больше, чем надо, и бил его, бил, и этот вол тащил, а он его опять бил. Не успел этот вол там сбросить, он опять его грузил. И так у него 7 лет. 7 лет. И в какой-то момент, погружая его вот этими вот грузом, вол бежал, и не надо было быстро бежать, потому что он издевался над ним. И вол бежал, бежал, и в конце концов он не смог уже, он просто не смог такой жизни. Он упал, и все, стал издавать свое последнее дыхание. Люди видели всю эту картину. Им было очень жалко вала. Каждый день они смотрели на это, как издевается он над своим валом. И когда он уже потерял свою жизнь, да, люди подходили и думают, как помочь этому валу, что в следующей жизни сознание было людей другое, в следующей жизни он получит опять этого вала. Ничего не изменится. Надо хоть что-то ему поменять. И люди приходили и стали жертвовать ему благочестие свое. Каждый пытался какое-то благочестие пожертвовать. Для чего? Чтобы поменять будущую жизнь этому валу. И люди приходили, жертвовали, жертвовали, жертвовали. И подошла одна блудница. Подошла блудница, и ей стало тоже так жалко этого вала. И она посмотрела на него и говорит, ну что я могу дать? Я, ну, у меня жизнь такая не очень хорошая. Вот. Но я тебе хочу отдать то, что у меня есть. Если у меня есть какие-то благочестия, возьми их. Видя, как вол мучился, возьми их. И в конце концов вол оставляет тело, душа ему попадает в Ямараджи, Ямараджи судит тут, значит, и Ямарадж ему определяет следующую жизнь в хорошей благочестивой брахманической семье, где действительно уже брахманическая семья занимается обрядами, занимается правильным образом жизни. Вот. И здесь он спрашивает, Сушарма спрашивает, а за что? Это за то, что он говорит, не, это... То, что тебе жертвовали благочестие, не сыграло. Сыграло роль благочестия одной женщины, которая подошла, она дала благочестие, и это сыграло роль. И поэтому ты получаешь это тело. И вот когда он получил тело, а мы говорили, когда разум погружается в духовное вот, погружение в Кришну, разум сохраняется, и когда он, Кришна ему сохранил этот разум, когда он получил это тело брахманическое, он первым делом хотел найти эту женщину. И узнать, что же она ему дала, хотя это была блудница. Она говорит, я блудница, я жила неправильно. Но что же такое она могла дать, что он получил рождение не валом, представьте, еще раз валом такая жизнь, а люди рождаться могут тысячу раз валом. Представляете, жизнь какая.
Вот. И он хотел ее поблагодарить, он хотел ее найти, он стал ее искать и нашел уже, но это была уже такая старушка, уже такая старушка. Он нашел и стал ее благодарить и говорить: что же ты мне дала такое, скажи мне, пожалуйста, что я получил такое вот рождение, что за благочестие? Она говорит: ну, наверное, это все дело в моем попугае. А он говорит: а что попугай? Ну, вот не знаю, вот у меня такой попугай, он что-то говорит. Вот. И я вначале его плохо слушал, а потом мне стало приятно слушать. И я, он говорит, и я погружаюсь в это, и мне хорошо, и я никуда даже и ходить не хочу. Я сижу с этим попугаем, он поговорит, и я стала повторять даже за ним. Она говорит: ты пойдем к попугаю, у него спросим. А что он говорит? Ну, он говорит: у нас необычный попугай. И они приходят, стали говорить: попугай стал отвечать, разговаривает. Это был необычный попугай. И он спросил, говорит: что ж такое, что ты нам говоришь, что вот так получилось, что я получил это тело? Попугай говорит: хорошо, я расскажу вам свою историю. В свое время я был брахманом. Вот. Был брахманом, родился в хорошей семье. Но как-то встретил мудреца, и мудрец был духовно выше меня. Я это понял, и у меня появилась зависть. И я стал его пытаться унижать, оскорблять. Ну, как стать выше, да? Ум, платформа ума. Вот. И за это я сразу пал. И когда оставил тело, я родился, мне пошел по этим адским планетам за оскорблением мудреца. Очень долго я мучился. Вот. И прошел вот это адские все мучения. Вот. И мне Господь только позволил родиться попугаем. И то он дал мне милость, хотя я родился, и за свои грехи я сразу потерял родителей, остался на песке, еще общипанный, голый такой попугайчик, да, на горячем песке, который погибал, его могли съесть и раздавить, ну, такая жизнь. Вот. И, говорит, повезло, мне Господь проявил милость, что шел один мудрец, взял меня на руки и забрал себе в ашрам. А в этом ашраме у него была гурукула. И дети пели шастры. И дети пели тексты, вот эти шастры. И постоянно пели. И я в свое время рос и стал за ними повторять. И вместе с ними мы стали эти шастры петь из святых и священных писаний. И таким образом, говорит, я очень быстро оперился. Вот, все стало хорошо, я полностью погружался, я вспомнил свою жизнь брахманическую. И какая разница, в каком теле, да, я полностью погружаюсь в эти пения, в шастры, погружения. И в какой-то момент туда, в этот ашрам, прокрался вор, и он украл. Говорит, нечего было украсть, ну что можно украсть, мудреца. Вот, он видел клетку попугая, он думает, ну за попугая, может, что-то дадут. И он схватил этого попугая, отнес на базар, вот, и, говорит, купила мне эта благочестивая женщина. Она была сначала неблагочестивая, но она уже искала, она поняла, что путь ее не туда ведет. Она хотела какую-то жизнь. И слышала, что попугаи дают какое-то благо, попугаи. Вот. Дают благо людям. Я думаю, может, через попугая я что-то получу. И она взяла этого попугая, принесла. А попугай вот это свои, он начал ей шастры. Эти тексты, шастры, она сначала, что он одно и то же, Но в какой-то момент она стала тоже за ним повторять. Стала повторять. Мало того, она стала погрузилась, она стала очищаться. Очищаться через какое-то время, когда она видела этого вала, который мучился, она даже не думала, что это может так сработать. Она дала это, говорит, то, что у меня есть. Она так подумала, ну что-то у меня может есть вот это. Ну, пускай он хоть возьмет это. И здесь Вишну говорит, что своей супруге Лакшми, говорит, если, говорит, преданный хотя бы раз в день читает хоть бы одну шлоку, он настолько сильно очищается, как Сушарма, да? Вот. Он очищается, и читая один хотя бы раз, хотя бы, то есть одну шлоку в день, он без трудов он пересекает вот этот океан невежества, материальный океан. Это то, что говорится в стихе. Он говорит, это произошло
когда попугай стал за детьми повторять, он полностью очистился. Он осознал свои предыдущие все жизни. Он полностью очистился, повторяя за детьми шлоки. Мало того, стала повторять шлоки и женщина. Она тоже очистилась, женщина. И мало того, когда получил, смотрите, вот это благочестие получил Сушарма, он тоже очистился. Он тоже очистился. И таким образом говорит, что чтобы пройти вот этот путь, вот этого невежества, да, океан переплыть, мы можем с помощью вот этих погружения свое сознание, погружения себя, святое имя, погружения вот шастр, шастра – это само святое имя, сам Кришна. И через вот это погружение мы можем переплыть этот океан невежества, океан страсти, океан материальной энергии. Харе Кришна. Есть вопросики? Да. Вопрос еще такой. То, что Кришна говорит о том, что то есть, в каком случае воспевание святого имени будет ягьей? Будет ягьей, будет жертвоприношением. То есть в каком сознании должен быть воспевающий, чтобы его воспевание стало жертвоприношением, ягьей? Ну, в лучшем случае это когда идет искренность, да. Неважно, мы на каком уровне находимся, если мы это делаем искренне, Кришна принимает. Потому что человек может находиться как бы на высоком уровне, но если он будет делать пренебрежительно и совершать апаратхи, зная их. Если преданный не знает их, но делает это искренне, мы иногда начинаем предлагать пищу. Мы делаем некоторые ошибки, которые не знаем. Мы еще не знаем их, да? Но мы искренне предлагаем пищу, делаем какие-то вещи. Вот. Эти не принимаются, оскорбления. Но когда ты уже поднялся на какой-то уровень, вот, и знаешь эти оскорбления, что которые нельзя совершать, и совершаешь их, делаешь небрежно, да? Невнимательно, небрежно, там, слушая что-то, там, делая предложение, да, ягью какую-то, там, еще размышляя, или небрежно это делая, вот это уже будет оскорбление, это может не приняться. Вот как брахманы, Кришна же практически не принимал их служение, помните же везде во всех рассказах, когда брахманы собирались, приглашали Кришну, делали ягью ему и все, Кришна так, что-то... Если преданные делают, он всегда там, они искренне преданы. Поэтому наша искренность в основном к этому. Неважно твой уровень пока, важна искренность. Искренность Кришна предлагает. Как он говорит, предложи мне с любовью, да, листок, цветок, воду. И вот я приму это, если ты это будет с любовью. Поэтому искренность, искренность. А когда мы начинаем искренне принимать, Кришна дает нам знания. Кришна дает нам знания, как это делать правильно уже. Постепенно мы начинаем делать уже правильно. Вот. Главное, чтобы искренне делать это. Еще есть вопросы? Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам, что вы пришли. Приходите всегда на Шримад-Бхагаватам. Как и будете, как и попугай, и как Сушарма, очищаться. Вот. Потому что разум, он духовный, он никогда не погибает, разум. Вот. И разум нам в следующей жизни в любой он поможет. Если мы даже не получим наше духовное тело, то разум нам поможет в следующей жизни, наш духовный разум. Харе Кришна. Давайте сделаем поклон всем вайшнавам.